всегда было у нас несколько. У нас не было диалектики, как на Западе, там две части противоречия. У нас во все периоды такие вот, ну, критические, да, сразу появлялось несколько проектов, и они начинали драться. Сейчас у нас идет холодная гражданская война внутри, культурная. Она у нас раскололась, общество. Многие проекты вытащили из истории, там, ну, белые, там, казаки и прочее. Но это все инсценировки. Люди, когда разрушена эта оболочка идеологическая, мировоззренческая, они сами, кто-то надо как-то что-то слепить, вот они собираются такими. И они пока что, конечно, между собой не могут. Сейчас идет процесс размежевания скорее, чем соединения. Потому что основная масса неорганизованная была и не имеет ресурсов, и она медленно, самосознание развивается. А тем хищные группы, которые, так сказать, ее терзают, да, они, конечно, и они небольшие, но силы у них больше.